Эта выставка стала уже традиционной. В четвертый раз в начале весны проект открывает свои двери для зрителей. Неизменным остается одно условие – участие только женщин-художников. Ушли из бытования слова и символы праздничных гуляний, посвященных празднику женщин Маргоскам. Но память об истинной природе женщины сохранилась. Это посвящение истинной женщине, природе женщины, а женщины мы и до сих пор являемся женами-мироносицами. Мы сохраняем мир в своем доме, мир в стране, мир в обществе, рожаем детей. Вот. Поэтому я считаю, что роль женщин в современном мире громадна. И именно наши московские художники показывают мир женщины, мир художника. Вот. И призываем вас, приглашаем прийти на эту выставку и как бы присоединиться к этому гимну женщине. В произведениях московских художниц, чьи работы можно увидеть на выставке, переплетены чувства и эмоции, которые и создают образы, а в целом ведут к единому началу – женщине. Это пейзажи и натюрморты, портреты и жанровые картинки. Живопись, графика, литография, даже каллиграфия дополнены керамикой от современных мастериц. Разнообразие техник и жанров искусства между тем едино и дышит одним женским началом. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».